Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в музее новомучеников при храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Отсюда мы начинаем новый цикл рассказов в передаче «Хранители памяти». Хочу рассказать историю, связанную с одним из экспонатов нашего музея. Везде, где я служил, я старался узнавать историю служивших до меня. И так уж получалось, везде я находил истории, заканчивавшиеся 37-м годом, репрессиями в отношении духовенства. Мне довелось восстановить, реставрировать Успенский храм Силолези, Сологубовка, где, естественно, я занялся поисками моих предшественников, их судьбы, и нашел историю отца Александра Вишнякова, сына, священнослужителя тоже нашего храма. Вишняковы, Лебедевы служили в нашем храме, отцы передавали сыновьям приход. Сыновья, выросшие в приходе, хорошо знали прихожан. Для деревенского духовенства обычная история. Я нашел дочь моего предшественника, отца Александра Вишнякова. Нашел последнюю прихожанку отца Александра, Веру Ивановну. Она стала моей прихожанкой. И узнал историю о том, как отцу Александру уже где-то в 32-м году запретили служить в храме. Последние годы он не служил в храме, на дому крестил. Иногда как-то, видимо, возможно, причащал, совершал какие-то требы, молебны, но частным образом. А жил от огорода, маленький домик недалеко от церкви. Там же жила его семья. 4 ноября 1937 года у домика остановился воронок из местного отделения милиции, и отца Александра увезли в неизвестном направлении. Буквально через пару дней, 7 ноября, в праздник, дочь Нина шла по парку в Амге, это 6 километров от деревни Лези, и встретила мужика на подводе. Тот пристально посмотрел на нее и спросил: «А ты не поповская дочь?» «Поповская», — сказала она. «А, ну я твоего батьку встретил в милиции. Меня за пьянку посадили. Встретил его в камере. Ты бы ему там хоть кружку принесла, ложку, там, у него ж ничего нет, его как взяли, так вот. Принесла бы ты ему, ему пригодилось бы». Нина Александровна бегом побежала из МГИ в Лези, это 6 километров. Схватила все, что сказал этот мужчина, кружку, ложку, полотенце, не знаю, что самый минимум, и также бегом 6 километров назад в Амгу, в отделение милиции, где ей равнодушно сказали: «Да не надо твоему батьке ничего, он уже далеко отсюда, иди домой, девочка». И уже впоследствии она узнала, что 14 декабря 1937 года ее отец был расстрелян. Система врала ей, сообщали какие-то глупости о том, что он где-то в каких-то лагерях, что он скончался от естественных причин. Но потом все стало известно, все стало, в общем, на свои места. Нина Александровна вместе со своей семьей была репрессирована. Их отправили в Сибирь, посадили на пароход. По Каме спустили неизвестно куда, высадили в тайге. И там на лесоповале они, собственно, еле-еле выжили. Страх перед машиной репрессий, перед вот этим, перед ГУЛАГовской системой, перед НКВД у нее был всю жизнь. За 2 года до смерти она сообщила своим сыновьям, что они внуки репрессированного священника. Она молчала всю жизнь.
Естественно, после обысков, после всех этих перипетий, ничего не осталось от отца Александра. Мы искали фотографии в делах, тогда еще с отцом Нестором Кумышом, он тогда был Владислав Кумыш, впоследствии он принял монашество. Отец Нестор не нашел никаких фотографий. Из отца Александра выбили какие-то показания, он где-то поставил подписи свои, нет возможности его канонизировать, но по воспоминаниям это был совершенно незлобивый, кроткий, очень улыбчивый, очень веселый, радушный человек, хорошо ценивший, знавший музыку. У него был хороший хор, именно там пела девочка Вера Ивановна, моя прихожанка. Отец Александр ей явился во сне и сказал: «Вот, Верочка, я все передал ему и показал на меня». Вот. Вера Ивановна была в полной уверенности, что дело отца Александра в полном порядке. Ни одного предмета. Естественно, ведь репрессированные и члены семей все уничтожали. Любая фотография, любое письмо, любая вещь могли быть так или иначе вещдоком в новом деле, в новом витке репрессий. В 2003 году я восстанавливаю храм Успенский. Он был полностью руинирован, его разрушила война и время, да и безбожники постарались. И вот день освящения храма, открытие храма. У меня аж 3 епископа в гостях, огромное количество народу из города приехало, большое событие, храм и приход оказались вовлеченными в миротворческий процесс. Приехали гости из Германии, из других стран, дым коромыслом, что называется. И вдруг меня вызывают из алтаря после всех этих мероприятий какая-то женщина. Я выхожу, стоит женщина невысокая, я на амбоне стою, я сам не маленький, я так как бы стою немножко и смотрю на нее сверху вниз. И она мне таким вот тоном говорит: «А вы знаете, что до вас здесь служил отец Александр Вишняков?» Господи, ну, конечно, я знаю, потому что я искал его, я узнал историю, нашел его дочь. Я говорю: «Да, конечно, я знаю. А вы знаете, — говорит, — что я его внучатая племянница?» Я говорю: «Вот этого я никак не мог предположить. Здравствуйте, я вот очень рад вас видеть, познакомиться. А вы знаете, — говорит, — что у нас очень долго в нашей семье хранилась ряса отца Александра? И вы знаете, мы отдали ее в собор, в один ленинградский, но там сказали, что старая ряса никому не интересна, никому не нужна, и нам вернули эту рясу. Держите, она теперь ваша». И она вытащила свернутую рясу, и вот для меня загадка до сих пор, я не могу понять, как ряса попала мне в руки. У меня было ощущение, что она поплыла в воздухе, потому что женщина невысокого роста стояла низко, я на амвоне. Это был какой-то момент такого, потери сознания. Я только очнулся, когда эта ряса оказалась у меня в руках, и я понял, что это вот такое благословение моего предшественника, отца Александра. И я подумал, что если будет у меня когда-нибудь музей, посвященный новомученикам и тому поколению священнослужителей, которые выживали в исключительно сложных условиях советского времени, то я обязательно помещу эту рясу, единственный предмет, оставшийся от священника. Вот. Вот эта ряса перед вами. Он ее износил. Это, возможно, праздничная ряса, пасхальная ряса. Она такая необычная по цвету. Наверное, была такая малиновая. Вот. Сейчас она выцвела. Износив ее, отец Александр обрезал рукава, чтобы не было видно, что она изношена. И вот эта ряса теперь у меня в нашем музее, и это единственный предмет, который связывает меня с моим предшественником по служению в Успенском храме села Лезя, села Кубовка. Thank you.
У креста на рясе своя история, и тоже очень интересная. Пришел в гости мой хороший знакомый, пастор немецкой евангелической церкви. И ознакомившись с экспозицией, ознакомившись с деятельностью музея, он сказал: «У меня есть для вас необычный экспонат». В следующий свой приезд он привез мне этот крест и сказал, что у него был учитель, католический священник. И этому католическому священнику пришлось принимать последнюю предсмертную исповедь русского православного священника, который буквально скончался у него на руках. Ему сказали, что умирает старый больной русский батюшка. Это было в Германии где-то. Не было других православных священников, и священник захотел перед смертью исповедоваться и пригласил католического священника, и тот его исповедовал, и батюшка у него на руках практически скончался. И после смерти тот обнаружил у него на груди огромный верижный такой вот крест большой, который тот, видимо, носил как веригу своеобразную, очень необычно для нательного креста. И это не крест, который носят обычно на рясе. Это вот именно тяжелый верижный крест, который носят на груди. И этот священник католический снял этот крест себе на память об этом священнике русском, имя которого он не передал нам. Вот. А потом этот крест передал своему ученику, моему другу. И вот тот мне уже привез его, и это тоже своеобразная весточка и память о нашем безвестном батюшке, который скончался в эмиграции, в глубоком одиночестве, больной, оставленный всеми в условиях, когда вроде бы и родина, паства забыла. Но Господь знает его имя, а мы не забываем, стараемся не забывать ни одного из тех, кто принадлежал и принадлежит нашей церкви. Мы еще продолжим наши встречи в Музее новомучеников. А время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.